медленно. Медленнее всех. Белоруссия обгоняет. Казахстан обогнал. Грузия обогнала. Ну что это такое? А вывод какой? Символом Единой России что является? Какое животное? Медведь. Самое глупое животное в русском лесу. Ничего не делает. Спит. Полгода спит в берлоге. А полгода ходит, ворует чужой мед. И глушит рыбу на реке. Все. Поэтому в чем-то символично, что партия взяла символом самое неразумное животное. Самое непредсказуемое. Никто никогда не знает, что этот медведь захочет сделать. В этом проблема. Поэтому мы не собираемся их в этом смысле критиковать. Они сами это сделали. А у нас сокол. Хорошая, красивая птица. И я предлагаю не выдумывать названия всякие, там, «Время молодых», «ЦПМИ», там, «Молодежное крыло», а восстановить название «Сокол» и «ЛДПР». И журнал «Сокол», который выпускали, он был самый популярный.